Это выдуманная планета, есть такая планета, и там живут своеобразные, милые, добрые, хорошие, позитивные существа. Каждый тартоник, он отличается друг от друга, они не похожи абсолютно вообще. Тартоники – это существа, которые наполняют мир добра. Эта идея возникла, можно сказать, что случайно, а можно и сказать, что не случайно. Это от сына пошло, короче говоря. Сын просто взял и что-то слепил. Он мне показал, говорит: папа, посмотри, вот я что слепил, вот интересно. Я посмотрел, вот мне захотелось немножко как бы исправить его. Здесь немножко надо было поправить так, чтобы это было лучше. Там поправить. Смотрю, и приятно смотреть, думаю, ну ничего себе, интересно. И сыну понравилось, и нам всем понравилось. А потом же как бы вот, это было такое, знаете, было наваждение такое вот. Я не знаю, потом уже каждый день я начал что-то лепить новое. Имена есть не у всех персонажей, но у меня около 1000 персонажей, а имена где-то около 1/3 есть имена уже. Сам проект, он сам необычный проект. И персонажи, они необычные. Даже окружающий мир их, который окружает, вот это там деревья, там цветы, там окружающая среда, там, это все тоже как бы, растения тоже не наши. Получилось так, что когда у нас студия была еще здесь, мы работали в Украине, пришлось уже, это еще до военных событий, в связи с отсутствием этой системы в Украине, лицензионных продаж. Получается, у нас в Украине это не работает, поэтому вы переехали в Турцию. Да, переехали в Турцию. А в Турцию почему выбрали Турцию? Потому что, во-первых, сегодня очень такое большое, бурное развитие анимационного бизнеса. И, во-вторых, знание языка. Ну, планов много. Планы такие, что отснять первый сезон. На один сезон идет 26 серий. Запуск сначала будет в Турции, потом уже будем его дублировать на другие языки. Но самое первое, это в очереди стоит украинский язык, ну, украинский с русским. Там, может быть, параллельно будем делать два языка. То есть сразу украинский и русская версия. А потом уже другие языки. Этот проект будущего. Это будет парк развлечений, скажем, городок такой. Чем отличается Tartonia Land от других лендов? А у нас просто это будет совершенно другая концепция. То есть каждый дом, который будет построен в этом Tartonia Land, он будет похож на какого-то персонажа. Тартоники родились в Украине. Вот, в паспорте у них написано, место рождения – это Украина, они родились в Украине. Но сейчас просто они немножко временно живут, ну, в Турции.